Между тем, Финпол продолжает чистить ряды недобросовестных сотрудников. В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника одного из оперативных подразделений Департамента финансовой полиции области Абдрахманова. В конце ноября прошлого года Абдрахманов с поличным был пойман сотрудниками отдела внутренней безопасности департамента. После получения денег в сумме 1000 долларов США и 75 тысяч тенге от предпринимателя за так называемое покровительство. Следствием также установлено, что Абдрахманов ранее вымогал у этого же бизнесмена взятку в размере 3000 долларов США. По данному факту Следственным управлением Департамента финансовой полиции Карагандинской области было возбуждено уголовное дело по статье 177 части 3 пункт ПГ Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.